Друзья, всех приветствую на моем канале снова. И мы сегодня решили отправиться в Аргастонскую область, к горе Арагац. Точнее, за нее, если смотреть со стороны Ванадзора. Мы хотели посетить самый большой телескоп в Армении, который был еще при СССР. В 88 году его там построили. В 80 каком-то точно не буду сейчас говорить. Вот мы стоим на горе, поднимались рядом с горой. А почему рядом с горой? Потому что охранник нас не пустил. Туда нужны пропуска и так далее. Бегает за нами, смотрит. Поэтому мы решили просто подняться на рядом стоящую гору, чтобы просто посмотреть, что там находится внутри. И заметили, здесь такое огромное ущелье. И на другой стороне горы есть пещера. И снизу от пещеры есть даже какие-то то ли стена, то ли фрески, что там. Отсюда, конечно, не видно. Но огромная пещера. И таких пещер вообще очень много в Армении, потому что в них жили монахи, в них жили обычные люди. То есть это раньше были жилища обычные. И вот мы сейчас поднимаемся вон туда, чтобы посмотреть на, собственно, Орговский радиотехнический телескоп. Вот так вот он называется. И мы, к сожалению, зайти туда не сможем, потому что мы всяко пытались. Нам говорят, нужен пропуск, и все. Наверное, мы туда не попадем. Но все равно красивые кадры мы для вас оценим. Ну вот, друзья, перед вами зеркальный радиотелескоп Геруни. Если кратко, РОД 54. Но, друзья, это, к сожалению, не он. Это просто одна из антенн из всего комплекса. На комплекс нас, как я уже сказал, не пустили. Друзья, в самой деревне есть небольшой планетарий или что-то вроде того, ну, чтобы за звездами следить. И я думаю, они здесь связаны с этим. РОД 54 уже, конечно же, давно не работает, но я думаю, тот планетарий работает, потому что выглядит он абсолютно рабочий. Посетить еще одну достопримечательность в районе горы Арагац, и это монастырь Тегер. Есть новая отстроенная часть, которая находится за моей спиной, а есть еще часть, которая была еще в 1200-х годах. К сожалению, остались одни руины. Сейчас мы вместе с вами отправимся смотреть на монастырь Тегер.
Мы разочаровались, что мы не попали в тот самый научный центр. И по приезду в Тегер, друзья, что мы наблюдаем? Вон они, те самые тарелки. Там разрушенная, там, которую реставрировали. И вот внизу есть тропинка к ним. Видно, что ну, это все уже заброшенное, там точно никто не находится. А даже если находится какой-нибудь охранник, то с ним точно можно будет договориться, потому что это вообще не главный вход. Мы-то пытались пройти через главный вход, не зная того, что ну, просто нельзя там проходить, потому что это все-таки научный центр. А вот эта часть, это как раз-таки заброшенная часть, в которую все так называемые сталкеры, сталкеры — это те люди, которые ходят по заброшкам, по интересным таким местам, все сталкеры уже побывали. И мы там, друзья, тоже побываем. Но, к сожалению, не сегодня, потому что мы очень сильно замерзли. Уже на улице очень темно и очень холодно становится. Поэтому мы сейчас смотрим Тегер. И в следующий раз мы сюда вернемся и сделаем отдельный ролик по зеркальному радиотелескопу. Друзья, монастырь Тегер основан был в 13 веке и расположен на юго-восточной части горы Арагац. Монастырь состоит из церкви Богородицы купольного типа, построенной в 1213 году. И добавленный к ней в 1221 году притвор. Автор этого места – зодчий Ахбарик. На данный момент ведутся бурные работы по реконструкции. Сделан придворовый сад, то есть видно очень много красивых деревьев. К сожалению, уже осень, листва с них опала. Сделали много лавочек, то есть вы сюда можете приехать, посидеть. Делают плитку новую, тротуарную. Полностью занимаются облагораживанием территории. А теперь пойдемте посмотрим на остатки храма, которые мы видели в начале видео. Сейчас мы находимся в самом центре, где расположен алтарь. Вы можете увидеть остатки той самой церкви. К сожалению, от нее осталось очень мало. Это вот надгробная плита, небольшая часть алтаря, два хачкара. И, в принципе, это все, что осталось, друзья.